состоялось установочное совещание по вопросам проведения 20 октября 27-х всекубанских духовно-образовательных кирилло-мефодиевских чтений. Заседание прошло с участием представителей всех задействованных служб по обеспечению проведения мероприятия. Цель нашей сегодняшней встречи – обсудить вопросы, связанные с подготовкой к проведению кирилло-мефодиевских чтений. Сегодня мы с учетом этих ограничений обсудим их подготовку. Каждому из присутствующих роздан план. От Екатеринодарской епархии на совещании присутствовал руководитель отдела религиозного образования протоиерей Александр Игнатов. Я хочу поблагодарить прежде всего администрацию края и в лице департамента внутренней политики за оказанное содействие на всех уровнях, где мы решаем какие-либо вопросы. Мы не только не встречаем каких-то препятствий, мы ощущаем его поддержку, и за что хотелось бы от имени Владыки Григория поблагодарить всех тех, кто и сегодня принимает участие в этой очень важной встрече. Духовно-образовательные чтения пройдут в Большом зале Кубанского казачьего хора. В ходе совещания обсуждались вопросы встречи и регистрации участников, привлечение волонтеров для рассадки в зале с использованием всех необходимых санитарных мер. Особое внимание было уделено обеспечению правопорядка, а также пожарной безопасности проводимого мероприятия и дежурству медицинских работников во время работы форума. На совещании были затронуты вопросы технического сопровождения чтений, обеспечения интернет-соединения, наличия мониторов в президиуме, звукового и осветительного оборудования в зале. В этом году в пленарном заседании запланировано участие губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, а также всех архиереев митрополии. Впервые на чтениях будет работать секция монашеского делания, а также секция тюремного служения. Трансляцию кирилло-мефодиевских чтений, а также работы одной из секций, в которой примет участие митрополит Григорий, планируется осуществить краевым телевидением. На 27-х всекубанских кирилло-мефодиевских чтениях будет представлено интерактивное оборудование, как проект, разработанный в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», демонстрирующее познавательные, духовно-нравственные, культурно-просветительские интерактивные материалы. В конце совещания были подведены итоги. Совместно с СМИ отрабатываем текст анонса. Заинтересованными структурами готовим резолюцию от решения по итогам чтений. Вот. Ну и совместно с культурой организовываем залы, трибуны, баннер, экраны, вот все это вместе мы будем запотать. Также было намечено проведение еще одного совещания.